30 лет ветеранской организации. Я не буду сейчас делать никаких отчетов, потому что за меня все сказали. И фильм, который мы сегодня с вами посмотрели, и уважаемые наши ведущие, вы сами прекрасно знаете, как мы все вместе с вами работаем. Ветеранское движение – это великая сила. Председатель, губернатор города Севастополя, законодательного собрания, как-то месяц назад на совещание с ветеранами актива, ветеранским активом сказал, что в Севастополе три власти. Это губернатор, это законодательное собрание, а третья власть – это ветераны. И по сути сегодня 30 с лишним процентов жителей города Севастополя – это ветераны. Люди, которые отдали свою жизнь, здоровье за наше прекрасное будущее, за этот прекрасный город, город Севастополь, Балаклава, наши села, поселки. Не поверите, насколько волнительный момент вот со сцены поздравлять вас с этим праздником. В первую очередь хочется сказать низкий поклон вам за то, что вы отстояли нашу страну. Низкий поклон вам за то, что вы отстроили нашу великую страну. И низкий поклон вам за то, что вы во время русской весны проявляли самую активную позицию в плане возвращения родной Галы. Более того, вот хочу подчеркнуть, что в нашей Балаклаве, я веду сейчас Балаклаву большую, нет ни одного более-менее значимого мероприятия, где бы ветераны не принимали самое активное участие. И вот тот чудесный фильм, который был нам показан, и та информация, которая дана нашими уважаемыми ведущими, это капля в море от того, что реально за эти 30 лет было сделано ветеранской организации. Вы все прекрасно знаете, какие знаковые люди руководили нашей организацией раньше. Вы все прекрасно знаете и видите, какую деятельность развил нынешний председатель ветеранской организации, что пускай не понаслышке, является депутатом нашего совета местного. Он всегда принципиально ставит вопросы по поводу поддержки единственной ветеранской организации. Поэтому, соответственно, такие результаты. Василий Васильевич сказал, что у нас в Балаклаве достаточно на высоком уровне идей для патриотического воспитания молодежи. А почему? А потому что у нас на таком же уровне работа нашей ветеранской организации. Потому что ветераны – это не просто какие-то люди, которые собираются на праздник ветеранов. Ветераны – это семьи. Это деды, отцы, братья и так далее. Другие семьи, другие дети, внуки, которые видят отношение ветеранов к своему делу, видят отношение ветеранов к своей стране. Я не понаслышке знаю работу Совета ветеранов Балаклавского района. Я сам живу и работаю в городе Балаклава. Я вырос в этом городе, я служил в этом городе, я офицер морских частей пограничных войск. Я очень люблю этот город и очень ценю тот труд, который вносит каждый балаклавец в развитие нашего района. Совет ветеранов очень мощная, очень дружная организация. Несомненный пример, который вы подаете молодому поколению, и который мы, в свою очередь, передаем нашим детям и нашим внукам, а мы уже имеем внуков, у меня уже внучка. Поэтому мы ценим ваш труд и очень благодарны вам за медное небо над головой, за тот рассвет и рассветие нашего Балаклавского района, который вкладывается в ваша душа. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Здравствуйте. Было уже столько всего сказано, тяжело что-то еще там добавлять. Здесь это с праздником. Я считаю, что 30 лет это серьезно. Тем более организацию Балаклавскую я лично и мои партнеры знаем не понаслышке, мы уже работаем уже достаточное время. Поэтому знаю, что он хороший, серьезный руководитель, знаю именно Балаклаву, сам прожил определенное время, 6 лет я прожил в Балаклаве. Пытаемся сейчас, у нас есть движение «Доброволец», в нем
создаем, скажем, ставим на платформу помощи имущих людей, да, и ветеранских, ну не только ветеранов, и людей, которым, как мы считаем, нужно оказывать внимание, помощь. Это сейчас у нас в разработке, в принципе, все получается, и в первую очередь получается, потому что мы это движение начали именно с Балаклавской организации. Спасибо и за это. Моя отчизна, моя Россия, моя душа.